Тигра, откуда ты? Откуда ты пришла? Я не такая, как все. И не такая, как вы совсем. И было много проблем. Но тебе знать-то это зачем? Расскажи. Ну ладно. В детстве я была второй. Энергичный шарик рыжий. Но за это меня выгнал злой отец хозяйки бывший. Я не знала, куда деться. И по улице скиталась. Как же грустно. А кто этот парень? И где ты жила? Тигр, у меня много вопросов. Поначалу я не знала, кто же мой новый хозяин. Целый день проводит в маске и хранит немало тайн. Вокруг мерцают мониторы, не встает со стула. Всегда задернутые шторы, стук клавиатуры. Я боялась, вдруг он может быть очень плохим. Но оказалось, этот парень был совсем другим. Добрый, очень милый, заботливый и классный. Но наконец-то у меня есть дом такой прекрасный. Счастливо все мне стало помогать и принимать участие. В итоге вдохновилась я хозяйной идеями. Через компьютер стали мы бороться со злодеями. Но враги узнали наше местоположение. Предупредил он об их быстром приближении. Забрал меня с собой и посадил свой звездолет. Пообещал, не бойся, кисы, все пройдет. Я поняла, все это закончилось, я больше не одна. Новые эксклюзивные пины с тигры уже в магазине. И их будет продаваться очень мало, поэтому успей купить. Ссылка и артикул в описании.